Где нужно оплатить въезд в Юрмалу. Оказалось очень просто. Внимательно смотреть на знаки, там было написано оплатить дорогу. То есть если вы не из Латвии, если у вас не латвийские номера, то будьте добры, оплатите въезд в Юрмала. 400 метрин päästä liitytielle Mesa prospekt. Окей, все понятно. Ой, ребят, мы Юрмала. Сейчас мы где-нибудь остановимся, погуляем здесь чуть-чуть. Ну, это такой дачный городок, все дачи, дачи, дачи. Вот, где-то тут рядом концертный зал Дзинтари, где проводилась новая волна и КВН. Посмотрим, как море выглядит. Все время тучи ходят. Смотри, живые экзотические бабочки. Давай, заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы мимо шли, решили на бабочек посмотреть. Концертный зал Дзинтари, где происходили все музыкальные фестивали «Новая волна», «КВН». Он на самом деле совсем небольшой. Говорят, на 500 мест всего. А по телевизору кажется таким огромным. Все закрыто, концерты, конечно, отменены. Зато есть фонтанчик, где бегать бегуля. Да? Мы приехали в наш дом, созвонились с хозяйкой заранее, потому что мы приехали на 3 часа раньше, дом был свободен, но это не наш, конечно, дом, сейчас мы наш покажем, маленький такой, уютный гостевой домик. Нет, ребята, конечно, это не наш домик, где мы будем жить. Здесь в этом домике живут курочки. Ноги вытирай.
мы расположились немного подаль от центра Юрмалы, где все условия, все такое. Вот здесь вообще тихо, спокойно, никого нет. Есть туалет, скамейки, белый песок, народу практически нет. Вот Юрмала там далеко, где-то греется. Оставили сумки без присмотра. Еды у нас нет. Слепуси были у самого берега. Эти чипсы, вот эти хулиганы. Под мои штанов. Просто они были спрятаны, они все равно достали, все разгрызли и взевали. Ай-яй-яй. Плохие. Кто чипсы украл? Долг чипсы украл. Oletko meidän vahti? Olet. Millä oikeudella? Vulkaan. Tulivuori.